Краткий обзор 6 серии сериала «Первый отдел», который вы сможете посмотреть в среду, 18 ноября. Исакова ловят на взятки в момент передачи денег, а в его квартире находят 1 000 000 000 рублей в коробках из-под ламината. Следствие ведет Брагин. Исаков уверяет, что история с ним провокация. Шибанов убежден, что деньги Исакову подбросили и пытается убедить в этом Брагина. Из Москвы приезжает следователь Рубайло, и Брагин предоставляет ему факты отпечатков генерала. На деньгах нет, его квартиру открывали отмычкой, а ламинат разгружали посторонние люди. Шибанов ищет грузчиков и случайно сталкивается с полковником Румянцевым из московского УУР. Тот на его глазах стреляет в свидетеля.